Помните, что с 12 декабря в кинотеатрах мы ждем вас на полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». У меня, знаете, есть один друг, у каждого есть такой друг, который ходит на фильмы, снятые только по книгам, а потом приходит и говорит: «Книга лучше». Конечно, лучше, ведь ей можно тебе по черепу переебать. У нас-то кино не по книге, поэтому этот идиот смолчит, и ваш тоже. Но знаете, что он скажет? Ожидал большего. Ожидал большего? Чего ты, блядь, ожидал? Что актриса сойдет с экрана и отсосет тебя на последнем ряду? Ну извини, это не 6D. Или ты ожидал, что ты выйдешь из кино, а вместо приоры твоей там бэха стоит? Или от просмотра у подруги сиськи вырастут на 3 размера? Больше он ожидал, блядь. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». В кино с 12 декабря.